категорически приветствую каждого. И вот свершилось, друзья. Спустя почти 8 месяцев я снимаю 10-ю юбилейную часть «Пули из говна», или сокращенно «Пик». Прошло уже немало времени, и я успел пересмотреть свое отношение к этой рубрике, и в первую очередь это коснулось самих участников. Ранее я изучал старые древние компьютеры зрителей и выбирал человека, бедолагу, которому буду прокачивать его ведро. В общем, я понял, что эти люди, которым я прокачивал ПК, они уже имеют хоть и слабый древний, но все-таки они имеют дома компьютер и даже запускают на нем Counter-Strike, делают домашку и смотрят фильмы. И в то же время есть ребята, у которых нет даже таких ушатных компьютеров, от слова вообще нет, и вот про них как раз и пойдет речь в этом видео. Итак, если коротко, то я решил таки сменить правила, и теперь я буду собирать пулю из говна исключительно только из железа, который имею лично у себя дома. Далее собранный компьютер я буду дарить своим подписчикам, а если точнее, тем, кто не просто ждет прокачки, а тех, кто хочет и мечтает давно о компьютере, любом компьютере, и вот для них такие подарки более ценные, нежели для тех, кто просто хочет, чтобы я им вот, знаете ли, заменил видеокарту или поставил какой-то вот чуть быстрее процессор. То есть я искренне считаю, что люди, кто вообще не имеет компьютера, им вот реально более важнее помочь, нежели тем, кто просто, ну, кого не устраивает 50 кадров в контри и так далее. Наоборот, мне более жаль тех пацанов, например, как вот в данном видео будет паренек по имени Ваня, который просто вот смирились и спокойно ждут свое время. То есть данный вот паренечек мне просто не писал каждый день, не выпрашивал, типа, вот я такой несчастный, собери мне шелест ПК. Нет, я сам узнал о нем через друзей и знакомых. Точнее, его мама приходила к нам в гости, и вот я пообещал ему, что соберу ему как-нибудь компьютер. Итак, из чего же я собрал ему машину? Ну, самое важное, что я купил для этой сборки, это комплект из материнской платы, процессора и радиатор на этот самый процессор. То есть, стоит такой набор 3500 рублей, я его взял на Авито у какой-то там девушки, и что самое мне вот важное в этом всем, это то, что у него есть хорошая материнская плата. Просто тут шел, в принципе, комплектом какой-то там i3 540 на 2 ядра, но его я обязательно заменю купленным с Алиэкспресса Xeon 3440. Этот камень у меня дома лежит уже давно без особого как бы дела, и у него как бы 4 ядра, 8 потоков, и я думаю, это будет абсолютно нормально смотреться с видеокартой, ну скажем, GTX 1650. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Я бы, конечно, поставил сюда и супер-версию, но в то время, как я просил эту карточку у вендора, еще как бы не поступила в продажу супер-версии, поэтому будем ставить то, что имеем. Это обычная 1650 на 4 видеопамяти. Далее пришла очередь поставить туда оперативную память. И к этому комплекту я добавлю стандартные 8 оперативы Kingston на частоте 1333. Эта память будет у меня стоять двумя планками по 8, это абсолютный стандарт, и она является как бы DDR3. И пока что, я думаю, пареньку абсолютно достаточно. Далее, если захочет, он себе еще добавит, но у меня просто дома имелось 8, эти 8 и поставил. И теперь, чтобы как-то поднять общую скорость работы всей сборки, я решил отдать в эту машину свой новый SSD на 512. Изначально я думал, что поставлю тупо обычный вид на 1 терабайт, какой-нибудь там, не знаю, купленный бэушный на Авито, но с иной стороны, я понимал, что скорость работы системы будет явно медленнее и, возможно, со временем проживет такой накопитель, ну, очень мало. Далее, по остальным комплектующим я бы хотел еще затронуть тему блока питание, и уже потом будем переходить к самим тестам. Изначально мне нравилась идея взять что-то вот на Авито, скажем, на 500-600 ватт, например, там Chiftec или FSP, но ко мне пришла мысль и начал я сомневаться. С одной стороны, бэушные блоки, они как бы вот рабочие, да, хорошие, но все-таки, понимаете, это такая вещь непредсказуемая, которая может умереть в любой момент, тем более бэушные с Авито. Поэтому уж лучше я поставлю хоть и слабенький на 400 ватт, и при этом это дешевый Aerocool VX, но зато у него есть гарантия на пару лет, и самое важное, он полностью новый. Плевать, если он откинется, можно без проблем отнести его в ремонт или заменить, но если откинется бэушный блок питания, то тут уж простите, вам придется покупать еще раз. Уж лучше слабый, но дешевый, чем брендовый пылесборник и с 5-летним стажем и без документа. В общем, за этот питальник Aerocool я заплатил 1800 рублей с копейками. У него стоит 400 ватт, и я думаю, вполне хватит для этой сборки. Ведь, как вы заметили, видеокарта здесь будет стоять опять-таки 1650, которая вообще не имеет коннектора питания и съедает очень мало. А значит, 400 ватт, точнее 320 по линии 12 вольт, будет реально достаточно. В общем, собрав все это железо воедино, у меня возник еще один интересный вопрос, именно с корпусом. Дело в том, что у меня дома остались только ящики, которые стоят от 8000 рублей и больше, и они явно не входили в условия сделки с таким бюджетом. Опять, знаете ли, покупать новый корпус, это и так накладно было для меня. Я и без того уже купил и мать, и процессоры, и оперативную память, и блок питания, и в какой-то момент я все-таки вспомнил, что еще в первые дни карантина мне прислали
взяли какой-то дешевый корпус компании Aerocool. И он абсолютно новый, в коробке, так и провалялся на балконе, и я даже забыл, что он вообще существует. В этом корпусе я отмечу сразу ключевые недостатки. Это верхнее расположение блока питания и одна вертушка с подсветкой спереди, и также одна, внимание, на выдув, и она 60 мм. Поэтому что делать? Я сразу влепил еще одну 120-ку наверх, ибо 60 на выдув — это как-то, ну, очень стрёмно. То есть ключевое достоинство корпуса — это внешний вид, хотя для меня он тоже довольно спорный вопрос. И, наверное, еще у него есть один плюсик — это встроенный карт-ридер. Все, по остальным критериям, от толщины металла до качества сборки, тут даже и речи нет. Все очень даже бюджетно. И чисто для себя я бы, конечно, его вряд ли купил. А вот на подарок для этой сборки, я думаю, вполне сойдет. Окей, раз уж ПК собран, то пришло время пройтись по тестам и показать, что у меня получилось в итоге. Начну с того, что радиатор, который я поставил из комплекта, купленный на Авито, он сразу выдал приличный шум даже в режиме простой. И такую турбину было просто некрасиво отдавать пареньку. Что ж, ну, в общем, я решил как бы поискать что-то вот на замену и порылся в своем железе, и вот нашел один заброшенный кулер 80 мм от компании AeroWolf. Он был абсолютно новым на 4 пин, и я сразу быстренько снял тот старый пыльный и поставил новый. Теперь звук от вертушки стал почти незаметным. Единственное, что меня смутило, это производительность в играх. Ведь по идее проц на 4 ядра-8 потоков должен был очень хорошо прям смотреться рядом с видеокартой 1650. Однако, как показали тесты, почти везде карта была нагружена от 30 до 60%, при том, что как бы я выставлял Full HD и даже высокие настройки, и это абсолютно печально. И тут даже нет вины самой видяхи, просто стоковый Xeon 3440 не обеспечивает карту нужным количеством обработанных кадров, ну или просто как бы по-народному не раскрывает потенциал. Короче, я хоть и не хотел, но мне все-таки пришлось заняться разгоном процессора и памяти, и все, что я смог сделать в данной ситуации, это просто поднять частоты по шине и множителю без поднятия напряжение на ядрах. Материнка и так старенькая, и насиловать ее вольтажом — это не самая лучшая идея. В результате что я получил? А получил я более-менее нормальные частоты, 3400 по всем ядрам вместо 2600, и память тоже поднялась почти до 1800 вместо 1333. И вот теперь уже давайте сравним результаты до и после разгона. Итак, первым делом закинем Counter-Strike. Везде буду выставлять только высокий Full HD, и что мы видим как бы в результате? А видим, что до разгона у нас было в среднем от 60 до 80 кадров, и карта была в работе, ну так где-то на 40%, то теперь сборка выдает от 120 до 200 кадров в секунду. При этом сама карта, обратите внимание, работает уже почти на 80%. Да, конечно, это не 100, но тут я подозреваю, сам движок Counter-Strike довольно странный. Что ж, перед нами явный живой пример, что частоты процессора и памяти очень сильно влияют на скорость кадров. Почти в любой игре, которую я бы потом не запускал, везде, абсолютно везде, двукратный почти прирост по скорости. Ну то есть не двукратный, ну так кадров на 20, 15, 30, и это просто элементарно, подняв частоты. И при этом температура процессора на этой башне маленькой все еще адекватная. Например, в PUBG или Quake Champions фреймрейт вырос очень заметно. И что интересно, поднялась не только скорость кадров, но и заметно уменьшилась нагрузка на процессор. И это теперь не 100% на всех ядрах, а примерно 40, возможно 50. То есть видеокарта ожила, и Xeon наконец-то выдохнул. И теперь, если уже в общем судить об увиденной картине, то я бы сказал, что в большинстве популярных сетевых проектов эта сборка выдает стабильный 60+, на высоких Full HD. Местами есть даже вот небольшое поднятие до 100 кадров, но опять-таки напомню, все это стало возможно только после разгона Xeon до 3400. Я знаю прекрасно, что можно и до 4000 поднять частоты, но для этого нужна материнская плата уровнем выше и очень крупная башня. А так, если смотреть на это все из позиции обычного школьника, которому 11 лет вроде Ваньки, то я думаю, ему более чем хватит такой машины. Стоит такая сборка, я даже не знаю точно сколько, но если посчитать проц, мать, видяха и накопители с памятью, то выходит порядка 25 тысяч рублей или 10 тысяч гривен. Кто-то скажет, что за 25к я собрал бы и лучше, и дешевле, но да, я даже не спорю, но не забывайте, что тут стоит новый SSD на 512, который стоит 5 €, далее новый блок питания почти за 2000, и еще я считал видеокарту как новую, а не бушную, и стоит она порядка 9000. Все, вот такая вот у меня вышла как бы сборка. Компьютер ко мне приедет забирать через пару дней мамова,
паренька, я передам ей данную сборку, провода для подключения с переходником под старый монитор, который они купили за 1500 рублей, и также подарю им клавиатуру с мышкой и ковриком. Я буду далее смотреть и наблюдать за подписчиками своими, еще не раз я сделаю подобные подарки зрителям, ну а вы расскажите в моем паблике «Пошелестим» свою историю, почему именно вы хотите ПК и зачем он вам нужен, и я буду с админом смотреть, изучать ваши заявки. Но ни в коем случае не пытайтесь давить на жалость, четко по фактам, так и так вот зачем мне нужен и так далее. Наоборот, читая выпрашивание, я начинаю честно беситься и закрываю сразу заявку. Всем еще раз я желаю не болеть ни в коем случае, подписывайтесь на канал и, конечно же, до новых встреч. Удачи и пока-пока.